Девчоночки, привет, мои дорогие. Вот просили показать запасы. Просто все не помещается на стол. Я вам сниму вот так, окей? Это вот у меня чуйская шерехтеть будет, девчонки, потому что все в пакете. Вот, это тоже кусок чуйской. Вот, здесь у меня Туркестан белый. Так. Здесь у меня желтая украинская глина. Ее где-то, наверное, остался, я думаю, килограммчик. Я уже не стала все вытаскивать из пакета, девочки. Если как вам так удобно, да? Господи, ну это вот, вот такая желтая. Ее, кстати, у меня где-то около килограмма осталось. Также здесь у меня Туркестан, думаю, светлый. Вот так вот. Здесь у меня белгородский. Это украинские в белых пакетах. Здесь у меня продолжение белгородского. Так, вот здесь у меня северский. Ой, соплю, как всегда, господи. Это у меня Светогорье, пожалуйста. Это Севрюкова с Украины и есть Севрюкова у меня с России. Вот, это у меня опять же северский. У меня было же два заказа. Вот они так и остались. Это у меня лисичанский. Так. Господи, это боже мой. Так, это у меня монастырский. Вот это у меня сумской. Вот. Это у меня краматорский. Здесь у меня продолжение Севрюкова. Так. Продолжим, девчоночки, милые мои. Здесь у меня шедевр. Вот этот. Здесь у меня нежность. Вот этот. Так, это у нас феникс, пожалуйста. Это у нас, уже знаете, песчаночка. Здесь у меня вот эта умка. Так, это у меня светлый Туркестан. Это у меня белая гора. Так, это у меня храповский. Это север с России. Вот это у меня песчанка, но только она с Кыргызстана. Ну, тоже, конечно, туда с России она прибыла. Так, это у меня сластена 2. Это у меня ну, такой вот артемовский. Вот, пакет у него порвался. Вот такой он странненький, такой, знаете, структура у него. Песочная структура. Вот. Это у меня Бизе. Это Маломихайловский. Это у меня Анна. Так, Знаменский, вкусняшка. Белая гора. Это Белая гора, девчонки. Вот не стала добавлять с этой Белой горы, потому что пришли они разными ходами и с разных городов. Вот. Это у меня также Севрюкова. И это здесь остатки Бизе. Ну, не хочу мешать. Есть одинаковые мелочки, я их не хочу мешать. Вы знаете, у них вкусы разные, как ни странно. Вот. И тут у меня продолжение. Глина. Вот здесь у меня, наверное, больше килограмма фисташка с Кыргызстана. Потом... Ой, семечка, то есть семечка. Вот это у меня голубая киргизская тоже, больше килограмма здесь у меня. Вот. Вот это вот у меня где-то килограмм фисташки. Все не распаковывала, как бы оно так и лежит. У меня времени нету, честно скажу вам. И вот здесь, наверное, вот
где-то 2 килограмма, этот, глина красная. Вот, хотите, открою, покажу вам ее. Сейчас скажут, что ты шерстишь, не могла открыть пораньше. Вот, открыла, девчонки, продолжу. Вот это вот красная глина с Кыргызстана. Посмотрите, какая она просто супер-пупер красивая. Она без единой соринки, вы знаете, без вообще мусора никакого. Вот такие вот красивые. А чуйская, просто она такая чуйская, такая чумазая. Там столько всего, ее просто, я не знаю ее, что делать. Это вот, к сожалению, наверное, вот пусть не будет повторением, но придется. Я его, во-первых, не могу укусить, он очень твердый. И, наверное, его надо будет как-то какие-то пряники из них делать и почистить ее, вот это через сито провести, потому что мусора много. Вот. Вот это у меня вот голубая киргизская. Вот таких 2 куска у меня есть хороших. Это голубая киргизская. Так, вот это семечка. Вот она, семечка. Вот. Семечку мы с вами еще не пробовали. Такая семечка. А вот это уже у нас фисташка идет. Вот такие куски. Вот. Кусочки хорошенькие такие. Укусить сложно. Такая сливочная прям. А вот эту попробуем. Боже мой, камень отдыхает, девчонки. Семечка такая твердая. Тоже супер сливочный. Вот. Ой, сопливая, девчонки, такая, господи. Вот это голубая. Голубая киргизская. Вот. Глинки, конечно, сливочные. Кроме. Вот это вот у меня здесь чуйская. Ой, чуйская, говорю. Кыргызстан светлый. Вот. Которую я люблю очень. Но я не могу ее поесть в больших количествах. Но мы ее с вами тоже покушаем. Вот. Сейчас откусим. Запах бесподобный. Вот. Ой. Хоть ешь. Но потом просто будет проблема с кишечником. Поэтому много есть глинку опасно. Ну, откусим еще. Ой, такая вкусная. Просто супер. Чуйская. Кстати, этот светлый. Это белый туркестан. Вот там еще у меня есть светлый туркестан еще в другом пакете. Ну, в общем, как-то вот так, девчоночки мои. Да, у меня не по контейнерам это все разложено. Просто столько видов контейнера иметь, ну, это мне самое неудобно будет. Потому что я с ними буду делать. Потому что я постоянно разъезжаюсь туда-сюда. И как-то вот пока так. Вот. Вот все мои запасы. Еще есть там у меня такие печенюшки из... Помните, я вам говорила? Из Дагестана есть такая блинка. Сделала из них печенюшки. Не знаю. Как получится, что получится, посмотрим.
как-то так. Так сняла, конечно, видео. Девчонки, я так тороплюсь. У меня просто запись, рандеву. И поэтому мне надо бежать. И думаю, ну сниму для девочек, потом побегу. Вот такие вот дела, девчоночки. Ну и все, спасибо. Вечером что-нибудь покушаем. Приду когда. Целую вас, девчоночки. Пока-пока.